Нижегородские добровольцы штаба «Мы вместе» отметили двухлетие. В честь своего второго дня рождения в штабе решили не ждать подарков, а дарить их. Нижегородский предприниматель Вадим Гоманков сделал благородный жест. Привез в штаб накануне дня рождения 10 тысяч тюльпанов. Огромные коробки с весенними цветами сразу были отправлены добрым партнерам нижегородских волонтеров. Наше учреждение работает со штабом еще с 2020 года. Мы работой дорожим совместной. Мы благодарны штабу за то, что они всегда приходят на помощь, всегда в трудной ситуации помогают выйти из сложившихся сложных ситуаций. Огромное им спасибо. Ну, они наши друзья. От коллектива 29-й больницы благодарим за это праздничное настроение. Спасибо за совместную работу. Мы очень рады, что наконец-то ковид подходит к концу. И говорим огромное спасибо! 17 марта 2020 года в условиях начавшейся пандемии в Москве было принято решение о создании штаба взаимопомощи тем, кто в ней нуждается. Уже через два дня, 19 марта, в числе первых российских регионов такой штаб был создан в Нижегородской области на базе исполкома Народного фронта. Штаб не прекращал деятельность ни на один день. На базе него было создано первое в России объединение «Мы вместе». А сегодня волонтеры штаба оказывают помощь и вынужденным переселенцам из Донбасса, которые приехали в наш регион. Что же касается моря тюльпанов в честь второго дня рождения, то душистые букеты получили также сотрудницы Института педиатрии 39-й поликлиники, онкологического диспансера, 1-й детской больницы, больниц номер 5 и 29, а также 4-й поликлиники и социальные работники 7 нижегородских комплексных центров социального обслуживания населения. Служба информации. Наталья Лисова.